Приветствую, друзья мои! С вами Антонина. И сегодня у меня таро-прогноз для знака зодиака Рак. Добрый день, мои дорогие раки! Я вас люблю и целую. И этот прогноз для вас на февраль месяц. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Я буду рада узнать ваше мнение. И в моем раскладе будут присутствовать три колоды карт. Первая колода будет колода золотых икон. Такая красивая карта. Здесь прям сразу внизу мы перемешаем. Так, нужно зажечь свечу, выйти на информационное поле раков. Что же им февраль месяц обещает и какой путь выбрать. И мы выбираем из этой колоды одну карту. Так как это карты небесных светил, скажем, и посмотрим, какая же карта выпадет раком и что она посоветует, кто будет покровительствовать весь месяц раком и какие будут давать советы. Следующие три карты мы вытащим из колоды 78 дверей. Так, одна, две. И третью карту мы заключительную как совет вытащим из колоды ангелов-хранителей. Что же ваш ангел-хранитель вам посоветует, о чем он вас предупредит и какое даст, скажем, направление. Так, начнем с первой карты. Ну, первая карта, конечно, как небесных покровителей, она нам немножко говорит о трудностях, которые предстоят в месяце феврале. И как-то даже я не могу прокомментировать, насколько не совсем, скажем, могу сказать о святом Георгии. Информации не так много, но здесь вышел покровитель святой Георгий, который поможет вам убрать внутренние какие-то кризисы, какие-то страдания, может, терзания убрать, и как направит на более, скажем, если сейчас трудный какой-то период переживаете, то как бы этот покровитель хочет вам помочь выпутаться из каких-то либо финансовых дел, либо во взаимоотношениях, либо как-то решением каких-то документов, может быть, потому что из колоды двери, мы, которую карту вытащили, здесь как бы информация, которую вы ищете, может, в интернете или то есть где-то, ну, сейчас, конечно, все мы информацию ищем в интернете, и вот эту информацию, которую вы как бы в решении каких-то вопросов, может быть, как в плане учебы, в плане деятельности какой-то, что-то как-то предпринять, то есть поиск, внутри себя поиск, искание, думать, а как же у других людей, а как же другие, например, в этой деятельности, в той деятельности, то есть и по как солнце в феврале для раков будет находиться в восьмом доме, а восьмой дом это риск, опасности, то есть месяц февраль не совсем благоприятный, скажем, да, но это в плане деятельности, потому что он заставит внутри себя работать, искать, а что я делаю, правильно ли я занимаюсь эту работу. Может, то есть поиск и искание, даже может как-то себя реализовать. Вот такой сложный период, который вот и первая карта, она вышла такая. То есть внутренние терзания, внутренние переживания, в чем-то себя реализовать или как-то. То есть и... Но
как бы, может быть, вы в феврале даже еще и не определитесь, или какие-то судьбоносные моменты, например, производство закроется и попадете под сокращение, либо же как-то резко смените работу, деятельность, да, но все равно я бы вам не советовала по расположению планет, я бы вам не советовала этого делать, потому что неподходящий момент. Хороший месяц будет для взаимоотношений, для договоров, как бы поиски какие-то, можно пока проинформироваться, да, но не менять решение. А хорошие отношения в семье будут, как мужа и жены, о покупках, радоваться, то есть здесь подарки, радость какая-то, наследство, приобретения, может быть, какие-то. Двойка кубка – это и договора, и отношения здесь, скажем. Но все-таки основа февраля для раков будет – это семья. Семья – команда. Муж, жена, дети. И вот вы как-то сплоченно будете радоваться тому, например, радоваться за ребенка, достижениям ребенка, хорошие оценки принесет там или еще что-то порадует. И вот это укрепит ваши взаимоотношения. А для свободных раков они могут быть судьбоносные встречи произойти где-то, скажем, в поездках или на работе, потому что следующая карта это для свободных раков, которая говорит неожиданные известия, неожиданные, скажем, сообщение получает девушка, потому что вот, птицу держит эта информация. И неожиданное приглашение, может быть, на работу или на свидание. То есть вот это для тех, кто начинает свой жизненный путь, для них как встречи будут, как в плане покровителей или еще там что-то. То есть встречи будут интересными. А для семейных раков, то есть главная ценность это будет именно семья, это сплоченность. Вот. И, конечно же, всем ракам нужно обратить внимание, какие предложения будут поступать в плане работы. Вот я заключительную карту открываю, карту ангелов и ангелов-хранителей. И о чем они нам говорят? Здесь королева мечей. Королева мечей – это здесь изображена женщина, как властная, волевая, уверенная в себе. И она здесь уже знает, что нужно делать для себя. То есть она уже здесь уверенно направляет свои цели, как силы на то, что она хочет достигнуть. Но куда и что хочет достигнуть, она уже знает. Если работа не нравится, то она, конечно, уйдет с этой работы и перейдет на новое место работы. Либо же она как свое дело может открыть. У раков это получится. Вот. То есть внутри себя подумайте, а что для вас ближе в деятельности, что вы хорошо умеете делать, где вам нравится, где бы вы себя реализовали, или личное дело, либо на новой работе, туда, куда давно мечтаете. Значит, вот эта карта говорит о том, что отправьте резюме, и неожиданно резюме, получите приглашение на новую работу, потому что об этом говорит следующая карта. Карта двойка кубков – это до заключения договоров, сделки, скажем, перспективы какие-то, и они обрадуют и принесут перемены, скажем, значительные в плане финансов. Вот это тоже может произойти, потому что здесь и во взаимоотношениях карты говорят, и плюс в плане деятельности. Поэтому я вас, дорогие раки, поздравляю, и будьте более уверены и смелы в своих начинаниях, направляйтесь, и тем более сейчас 5 февраля наступает год свиньи уже в полноправные, как заступает права. И поздравляйте близких, родных и как
действительно, как определитесь с целями и с направлениями и двигайтесь в нужном для вас направлении. Все у вас получится. Несмотря на то, что вы сейчас очень переживаете, получится, не получится, а надо, не надо, надо обязательно. Если что-то нам не нравится, то это только блокирует нас и дальше уходит в болото отчаяния. Поэтому не надо оглядываться назад, двигаемся только вперед. Ну, а я с вами прощаюсь на этой ноте. До новых встреч, до новых видео. Люблю всех. Всем пока.